Здорово, друзья мои, с вами, как всегда, Джексон, и мы продолжаем наше выживание в 7 Days to Die Alpha 19. И, как вы уже, наверное, поняли, по названию этого ролика, я решил не мелочиться и врубить зомбям скорость кошмар. А то они прям что-то какие-то, ну, совсем безобидные, и мой дробовик их карает просто на ура. А так, может быть, у них появится чуть больше шансов до меня добраться. Благо, это, конечно, не работает на животных, и волки и прочие твари, там, мишки, не начнут носиться тут со сверхзвуковой скоростью. По крайней мере, я на это надеюсь. Город, ты чё вымер? Мне бы на ком-нибудь испытать свое новое изобретение. Ну, в смысле, не изобретение, а нововведение. Ладно, что хочу сегодня сделать? Сегодня хочу сделать, вот съездить до этого сокровища, которое мы там вызвали по карте. Оно за большим озером, как помните, поэтому мы с вами поедем вот так. И здесь, не знаю, может быть, еще что-нибудь найдем. Тут до края карты недалеко, в принципе. Я не помню, правда, здесь оно соединено или нет. Но если что, пойдем по дну, как подводная лодка. И через этот город, тут, собственно, заглянем к Бобстеру, может быть, и двинем обратно. Нам нужно потихоньку готовиться к 35-й ночи. Я, конечно, не ожидаю от нее ничего фантастического прям, но все равно нужно готовиться. В чистом поле мы ее, к сожалению, не встретим. Так, у меня тут, правда, блин, весь инвентарь забит. И как бы мне даже, если я что-то буду собирать, такое прям интересное, невероятное, мне это прям некуда складывать. Поэтому я очень надеюсь, что у меня там вот слева, куда мы поедем, будет городок. Хотя бы какой-нибудь небольшой, с торговцем обязательно, чтобы мне вот хотя бы часть всякого этого хлама просто слить. Так, это все скинуть, это разобрать. Нафига я с собой таскаю этот хлам? Что-то у меня попугаи распелись. Блин, вырезать это потом все. А, хотя похер. Пусть вы будете представлять, что я сижу в каком-то райском саду, и у меня тут райские птицы поют. Мечты, мечты. Так, что у меня тут? Бензопила есть, кожу в пень, железо в пень, это в пень. Клейка лента пригодится. Клейка лента — это такая вещь, которая может спасти жизнь иногда. Что ж, нам получается на северо-запад, пардоньте. Это нам сюда. Вижу подобие города. Правда, я очень сильно не уверен, что здесь есть торгаш, потому что он выглядит каким-то очень-очень маленьким. Но мы будем на это надеяться. По крайней мере, хочется в это верить. Так, там уже край. Там тетка за нами бежит, не бежит. Которую мы только что бортанули. Нет, видимо, она решила нас не преследовать. Ну и ладно, наплевать на нее. Ищем торгаша. Да что такое-то? О, кстати, смотрите. Вот кошмарная скорость для жирного зомбя. Какой-то ты не кошмарный. На кошмарной-то скорости. Ну, не знаю. Не знаю. Максимальная скорость. Ну, кстати, городок вот относительно большой. Но торгаша в нем все равно нет. Но здесь есть вот этот... Фатес-мотель. Я помню это здание прикольное. Оно мне очень понравилось. Я, правда, был в нем всего один раз. И я точно не помню, с какой стороны в него заходить. По-моему, мы где-то типа заходим через дом, а выходим где-то вот из этого мотеля, или как-то наоборот. У него там ходы, по-моему, внизу какие-то прикольные. Поэтому давайте сходим. Почему нет? Тут вот я жипик припарковал у себя. Очень удачно. Так, бензопила у меня пилить нечем. Так, надо бур заправить на всякий пожарный. Так, да, на всякий пожарный мы заправим бур. И, блин, мне бы, конечно, избавиться от всяких ненужностей. А так, что-то как-то все как-то так вот как-то... Как-то вот все так лень выбросить, как-то жалко, что ли. Так, вот это вот сюда пойдет, это я точно знаю. Вот так.
чутка освободили местечко. Так, мясо, дробовик, это все на продажу. Так, вот болты. Нет, да болтов, скорее всего, мне 18 штучек должно хватить. Поэтому, да, давайте это вот тоже в разбор пустим. Ибо нехер, камни мне не нужны. Тряпок у меня тоже завались, по-моему. Вот так. Так, кувалду сюда, бензопилу сюда, эти части сюда, вот так, вот так. И вот так. Все, прекрасно, только теперь бензин некуда складывать, бензин. А, так, давайте вот золотарничек хапнем. Это тоже сюда. И бенз убери. Блин, еще черника эта гребаная. Вот это уберись. Черника мне нужна, я хочу, я делаю пирожки. Да, я бабушка, которая делает пирожочки. Заходите ко мне на пирожочки, пожалуйста. Теперь зомби у нас более быстрые, более шустрые. Мне бы не помешал расширенный магазин на дробовик. Предлагаю войти с ноги. Хотя, при новой скорости зомби, это не совсем правильно. Прям это крайне неправильно. Потому как они же будут до меня теперь быстрее добираться. И, соответственно, мне нужно будет как-то их контролировать и так далее. А с ограниченным боезапасом... шапка Санты! Но я не буду ее одевать. Потому что, ну, я ж не самоубийца, так ведь? Ку-ку, женщина. Ты что, веселенькая? А, ну да, она. Она типа это... типа веселая. Ну, я фералов называю веселенькими, если кто еще не понял. А то постоянно ферал. Язык же можно сломать. Дяденька, здравствуйте. Я заметил тебя раньше, чем ты меня. В этом твоя ошибка. Так, странно. А, то есть я должен был... Я должен был прийти вот отсюда. Да, я же говорил, я должен был прийти через подвал. И, соответственно, мне сейчас вот надо обратно вот в эту дыру и искать судьбинушку где-то там. Кстати, да, я еще забыл сказать, я все-таки вернул лут на 100%. Потому что, как бы, нахер я задолбался с нищебродским лутом, ну серьезно. Это по меньшей мере несерьезно. Стиви! А ты чё такой расслабился здесь? Глазками он тут сверкает такой. А? Вот тебе надо... вниз. Да блин, срубись. Нет, я думал, утоплю его сейчас там, на том этаже. Но я имею в виду, скину в шлюзы, но не получилось. Пятый разводник. Это... пятый разводник — это хорошо, витаминочки сразу умном-ном. Кукуй. Нет, кукуя нет. Кукуя сегодня нет дома. Ё-моё, я аж вздрогнул. Не знаю почему, правда. Но сейчас они как бы быстрые и типа... я по канону должен вздрагивать теперь. Я хочу от кого-нибудь вздрогнуть. Ё-моё! Вот ты, мужик, умеешь впечатлить. Ты вот, женщина, не умеешь. А вот этот мужчина прям это... я прям впечатлился. Там тот с улицы приперся. Опять ходят упыри всякие. Это ты за Reflame, наверное, пришел. О, куда это я? Ё-моё, ё-моё! Куда это я попал? Понятно, что попал-то я... куда-куда задумано, конечно. Но я не очень хочу сюда попадать. Надо было посмотреть вниз. Чё-то я, походу, много кого разбудил. Судя по музычке. Ну и...
вы заколебали, блин, выбегать здесь? Типа страшные. Вы не страшные. Вы недомерки. О! Какие люди! Первый радиоактивный зомбя. Радиоактивный. Она это на радио работает. Активная девочка очень. Так, что у нас? Все это комнатуха с топовым лутецом же, да, получается? Да, получается, оно и есть. Давайте ломать ящики. Там эти ломятся все еще. Так, здесь что-то есть? Блин, ну я как знал. Открывайся. Судя по звукам, эти господа уже где-то близко. Четвертый композитный арбалет. У меня, кстати, тоже четвертый. Они уже стучатся в дверь моя. Не-не-не, уходи. Уходи. Я, блин, на этот сейф извел все отмычки. Третий нож. Куча запчастей. Патронтаж, который уже складывать некуда опять. Так. Там, судя по всему, очень настойчивые господа. Сейчас придется с ними разобраться. Так, запчасти от ракетницы. Сейчас, подождите, я решу проблему. И вот стоило оно того, скажи мне, полгода пробиваться сюда, чтобы получить вгрызло. Так, и что у нас? Припас нам последний ящик. Блин, у меня даже на последний ящик места нет. Блин, вот он, блин, стопроцентный лут. Тебе валится куча всякого говна. Ну, серьезно. Еще один четвертый композитный арбалет и, по сути, куча хлама. По сути, куча хлама, порох мне тоже не нужен, куски, блин, куски разобранного кастета привалились. Так, нет, мед оставлю на всякий пожарный, вот это заберу. Все, можно выходить. Да, путешествие наше должно было быть чуть более длинным, вход у нас получается где-то вот здесь. Я точно уже не помню где. Но мы зашли, так сказать, по фасту. А теперь все-таки продолжаем движение в сторону нашего с вами клада. Я, кстати, еще не весь город проехал. Может, все-таки вот здесь вот где-то торгаш есть. Сейчас я в ту сторону сгоняю все-таки по-быстрому. Я куда-то заехал вообще не в ту сторону. Я почему-то вместо того, чтобы поехать на север, куда мне надо, я поехал на юг. Но набрел здесь на какой-то городок. На какой-то городочек. И здесь у меня есть шанс найти торгаша, я надеюсь. Потому что город вроде выглядит большим. Соответственно, есть шанс, что это город типа сити, и в нем должен быть торгаш. Я все-таки выехал снова на берег этого озера. Этого огромного озера. Вы посмотрите, какое оно гигантское. Капец просто. И проезда вот здесь по краю озера нет. Поэтому придется искать его вот здесь в горах. Что меня немного удручает. Потому что проезда здесь не может не быть совсем. И придется как-то искать проход совершенно по-другому. Да, к сожалению, проезда там не оказалось вообще. Здесь сплошные горы. Вот здесь вот сплошной горный массив. О, тут местные жители мне дорогу хотят подсказать. Она тоже не знает дороги. Ладно, что теперь делать? Придется объезжать все с этой стороны, раз уж я решил добраться до этого клада. И до этого чертова клада осталось чертова 300 метров. Ох, блин, знал бы я, сколько времени это займет, я бы не поехал. Я бы реально не поехал. Я потратил уже, получается, 50% бензина, который я уже дозалил. Это капец, я уехал в такие, извините, ебеня, что никому и не снилось.
Блин, мы были так рядом. По сути, 800 метров. По-моему, проще было доплыть. Я не знаю. Но я машину в карман взять не мог, поэтому мы, собственно, и здесь. Так, у меня бензина осталось совсем немного. Там буквально, ну, около 1000. Так что я надеюсь, нам хватит. Ты откуда здесь? Друг мой. А, что-то я зря его убил, он же помочь хотел. Так, давайте я что-нибудь выложу. А, может быть, не знаю, у меня что-нибудь... Ой, так у меня куча всего стакается. Ой, алох. Давай, все ко мне. Они притягиваются, если Е зажать. Они притягиваются, чтобы их было удобно собирать. Та-та-та-та-та-та-та-та. Видите, как это быстро все? Буром, конечно, копать одно удовольствие. Правда, блин, у меня было сейчас такое ощущение, что я копаю не в ту сторону. А вот как это понимать? Давайте, смотрите, вот это делаем, подождите. А, вот теперь он на него сузился. Эх ты, падла. Он еще и закрыт. Но у меня там... У меня отмычки есть? Я где-то подобрал? Или у меня просто осталась одна? Видимо, да. Да, у меня осталась именно одна. Ну, чё ж теперь, придется его тоже расколупать. Готовьте уши. Жопа, рысотом, друг. Ты как сюда зашел? Я, блин, из-за бура тебя не услышал. Хорошо, хоть не крикуха пришла. Чё там? Ну вообще, блин. Клод, ты меня жестко подставил. Клод меня жестко подставил. И я ему за это отомстил бы, если бы он был жив. Ладно, чё уж теперь делать. Едем обратно домой. И там, там посмотрим, надо к торгашу заехать, все это продать. А что-то я подумал, а почему бы мне не заехать к торгашам вот здесь? Так, вот еще дядька. На тебе. Прекрасно. Люблю сбивать зомби на машине, жаль, их не размазывает при этом. Так было бы намного реалистичнее. Ну представьте, на вас 4-тонный грузовик наезжает, что бы с вами было? Вот и я не думаю, что зомби при этом прочнее. Ну шо? Тетя Женя. Здорово. Здорово. Добежал все-таки этот мужик. Так, сейчас мы тебе... Ох, сейчас мы тебе продадим. Сейчас мы тебе... 39. 73. Ну, понятно, мой заряжен. А если... Так, надо этому выбрать. Вот так вот это делается, смотрите. Кто еще не понял, это делается вот так вот. Либо убирается просто вот на каменный, допустим, да? А, и... Мой на каменный надо скинуть. Вот так. Вот, и получается 52-39. Как-то странно, они оба на каменном, но почему-то мой сильно, прям сильнее. Я не думаю, что... Насколько она 2? Плюс 7 она ему дает. То есть это получается 45 у него. Да, это 39. Этот вообще слабенький. Ну окей, ладно. Ладно. Все, я понял. Тогда мы его просто продаем. А, тебя продать. А, фугас я ставлю. Мало ли чё. Ну, всякое бывает. Так, и... А, это взрывная стрела. Это я продаю. Бежит, смотрите. Толстячок бежит. Раз-два, 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 раз-два. Да блин, как... Почему у тебя нога не отстреливается? С какого выстрела она у тебя должна отстреливаться? Забираем часть.
Вы только посмотрите, я на торговле только что заработал себе уровень. 12 тысяч опыта я заработал на продаже. Некоторые вещи ее уже не интересуют, поэтому давайте быстро глянем, что у нее есть. Вот у нее есть помпа третья, почему не пятая? Женщина, ты меня огорчаешь. Так, и здесь схему дай. Дай схему, пожалуйста. Так, книга по автоматическому оружию забираем. Она нам пригодится. Книги мы покупаем все. Схема каркаса автожира, кстати. Книжка на Magnum. И все, больше у нее ничего нет. Да, обязательно расскажу. Это все изучаем. И нам сейчас надо успеть еще заехать. Здесь у нас есть Хаю. Господин Хаю, который здесь вот, так сказать, живет через Редмезу. А на минное поле не выезжай. Хотя мне в принципе пофигу, я могу и по минам ездить. А вот и он, пока он не закрылся еще. Хотя он в принципе закрываться еще не собирается. Здравствуй, мужчина. Да, я не зомби, представляешь. Так, забирай лопату, забирай вот это. Забирай оба очка вот этих. Шестую кувалду тоже забирай. Я даже чинить не буду. Блин, у меня денег и так завались. Так, что у него есть? Охотничье оружие. Так, ну ладно, все по очереди. Дульный тормоз не хочу. Помпы у него нет. Куча патронов. Это я все могу сделать самостоятельно. Аккумуляторный блок. Не знаю, есть он у меня или нет. Так, вот, кстати, ловушки с дротиками я возьму. Мы их с вами будем присобачивать. Я помню, что у меня они есть, но я на всякий случай возьму еще. Так, порох, это все неинтересно. Это все тоже неинтересно. Кстати, я куплю кузницу. Я хотел поставить еще одну кузницу, чтобы быстрее плавить все это дело. Пусть будет, что мне как-то лень даже ее крафтить самостоятельно, поэтому я ее куплю. Так, схема каркаса грузовика мне уже не нужна. И, собственно говоря, тоже довольно бедно у тебя. Довольно у тебя бедно. Что вы за бомжи? Вы же вроде торгаши в мире апокалипсиса. У вас должны быть всякие интересные штуки. В итоге нет ни хера. Надо было, кстати, конфетку на продажу скушать. Так было бы эффективней. Была бы наша с вами сделка. Вот это. Но что есть, то есть. Движем домой. Надо продумать, как мы будем защищаться в ночь зомби. Как же давно мы не были дома. Такое ощущение, что дома мы не были целую вечность. Но, однако, мы отсутствовали, по-моему, всего 2 или 3 дня, что ли. Мотоцикл даже никто не украл. Какие эти достопочтенные зомби у нас тут ходят. Так, это все надо забрать. Это я возьму. Ладно, давай, все. Все заберем. Это надо расфасовать. Дверь закройся, которую надо, кстати, починить. И вот эту тоже надо починить, а то она как-то не очень выглядит. Так, тут плавление и все остальное. О, кстати, смотрите, оно закончилось. Это хорошо. Так, давай вот здесь вот будет плавиться сейчас еще глина. А мне надо... Так, даже не так, наверное. Ну, хотя бы вот так, отлично. Сразу у меня в инвентаре стоит вторая. А вторую мы поставим. Блин, некрасиво. Некрасиво. Блин, цветочек, кыш. Вот так. Вторая будет вот здесь. Я в ней буду плавить латуньку. Не знаю, здесь буду делать гильзы, там буду делать, не знаю, что. Там буду делать железо, здесь, допустим, пули и свинец. Тут у меня, правда, свинца херва туча наплавлена. Не знаю, короче, и там будет делаться все это дело. Так, у меня тут еще есть запасы. Так, вот камень надо туда поставить, чтобы сделать цемент. И вот так вот. Да. И свинец туда поставлю. Во, точно, отлично, все правильно. А, стоп, здесь у меня латунька уже стоит. Все, давай латуньку и свинец. Все прекрасно. А это мы положим сюда, что потом поставим. Поставим это плавиться, чтобы здесь тоже крафтился у нас цемент. Так, деньги убираем.
Деньги выбираем. Итого у нас, господа, 87 тысяч. Это довольно неплохо. Так, стройка. Это у меня... Да, это у меня все в стройке. Кстати, нет. Ага, это у меня вот здесь. Отдай мне. Вот сюда. У меня есть, значит, 4 ловушки есть. Сейчас, кстати, надо сразу взять бензочас с собой. Покушать. Это у меня тут рагулька есть. Вот сразу хована, чтобы все себе поднять. Поесть, если что-то есть, кидай. Попить тоже все убирай сразу же. Семена пока тоже сюда скинем. Это на разбор. Надо цветочек куда-то присобачить вот сюда. Раз уж телека у меня теперь нет, буду смотреть на цветы. Пойдемте посмотрим на базу и подумаем, что с ней можно замутить. Так, фонарь у меня включен. В принципе, эта база даже в таком виде простоит очень долго. Но, как вы помните, я хотел здесь вот поставить мясорубки. А твою маму. Упал. Я хотел здесь поставить мясорубки еще, получается, вот так вот горизонтально, чтобы она стояла. Но мне тогда не давало ее поставить именно вот эта мясорубка, потому что она занимает 9 блоков. То есть вот эти лезвия, они тоже занимают место, и они друг с другом типа не могут соприкасаться. И поэтому надо будет что-то придумать. Я хочу сделать так, чтобы оно им еще по головам здесь раздавало, когда они подбегают. Получать с нее будут, конечно, не все, но часть зомбей все равно люля-кебаб отхватит. Но у меня вопрос, смогу ли я ее здесь чинить. Вот вопрос состоит как раз таки именно в этом. Так, все, вижу, нужен еще один факел, чтобы было посветлее. Но в принципе даже с 4 мясорубками эта база крайне неприступна. А с 6 так будет вообще просто смертоубийство. Можно, конечно, было бы поставить вот здесь. Но у меня база получилась, она, кстати, не шире. Нет, у меня просто вот эти вот места сделаны по-другому. Они должны быть сбоку. Выходите, тогда здесь будет свободное место, и тогда 2 мясорубки здесь встанут. Но, как мы с вами помним, мы пробовали в зимнем выживании это дело с вами. Это неэффективно. Это тупо неэффективно, потому что зомби каким-то образом все равно оказываются в слепой зоне этой мясорубки. И она просто крутится и крутится, и все. Если бы она вот здесь прямо, когда зомби стоят вот прям тут, и она им раздавала бы прям по голове, это была бы просто имба. Но хитбокс у них, мне показалось, что у него ствола не было, хитбокс у них немного смещается, и лезвия, получается, крутятся вдалеке от их головы. Почему так, я не знаю. Так вот, что я хочу сделать. Я хочу выбить вот эти 2 блока. У меня сейчас бензин с собой есть. Я вот эти 2 блока выбью. И вместо них... Я их, кстати, с собой не взял. Вместо них я сейчас возьму эти... Вместо них я возьму доты. Так, я сделал еще заодно пару факелов, чтобы здесь мне было светлее. Правда, почему я их сделал 2, а не 1? Мне, в принципе, нужен был 1. Ну да ладно, давайте 1 еще куда-нибудь примастырим, чтобы нам было здесь чуть-чуть посветлее. Так, и пойдемте выбивать эти блоки. Сразу подключим доты. Я там поставил крафтиться дротики. Вот они, кстати, блин, расходуют довольно много железа. На 1000 штук нужно 3000 железа. Довольно затратно. Блин, железобетон. Железобетон. Ну, что теперь делать, собственно говоря? На удивление хватило даже одной заправки. Очень удивительно. Так, и теперь самое главное, правильно его поставить. Вот так. Благо, теперь у нас есть стрелочки, которые нам показывают, куда ставить. Кстати, заметьте одну интересную штуку. По умолчанию задумано, типа, что из него по текстурке, что из него вылетает, типа, 5 дротиков. Но по факту, к сожалению, вылетает только 1. С 5 это была бы дикая имба. Так, значит, 1 и, значит, 2. Прекрасно. Чтобы подключить, я опять, конечно, не взял стрипер.
Идиота кусок. Ну ладно, мы сейчас это подключим обязательно. И заодно сейчас с той стороны посмотрим, по какой траектории примерно будут у нас лететь наши дротики. Так. Ну вот он наш дротикомет. Собственно говоря, ну вот как-то так вот, да? То есть середина у нас получается не вот... А в принципе середина-то у нас как раз таки вот по краешку идет. То есть зомби где-то примерно так и бегут. Они не бегут вот здесь с краю. Они бегут именно вот здесь. И получают люля. Далее. Теперь нужно как-то сделать так, чтобы этот дротикомет включался только тогда, когда зомби наступают, допустим, вот здесь. И вот это уже надо придумать, как сделать. У меня есть две идеи. Либо сделать здесь растяжку. Вот здесь. Допустим, поставить вот здесь еще два блока. И поставить здесь растяжки. Но растяжки эти долго не проживут. По той причине, что менты будут взрываться. Ну или там демолишер, не дай боже, взорвется. Да и просто они их будут, скорее всего, пинать, будут в них утыкаться, и будут их пинать, скорее всего, их разрушат. Можно положить плиты, но как-то не камильфо, по-моему, плиту ложить вот на такой скошенный блок, потому что тогда вся фишка этого скошенного блока, она, в принципе, теряется. Хотя... Сильно ли нам нужна вот эта фишка этого скошенного блока? По крайней мере, вот здесь вот на ближайших там, допустим, раз, два, три, четыре, пять. На вот этих пяти блоках. Здесь вот еще может быть. Они здесь толкаются, там их мясорубочка чуть-чуть рубит, они по косой уходят вниз. Но вот здесь же они нам не нужны. Может быть, вот здесь вот мы просто выбьем вот эти блоки, положим здесь обычные блоки и на них положим пятерную плиту. На которую поставим, ну, допустим, не знаю, хотя что, они будут вот здесь бежать и будут ее активировать. Соответственно, она будет стрелять, пока на нее нажимают. Задержку, я думаю, не надо, чтобы не тратить лишние дротики. Соответственно, она будет включаться только тогда, когда на нее зайдет зомби. Соответственно, зомби будут получать эти дротики себе прямо в рыло. Да, я думаю, так и сделаем. Надо будет выбить вот эти блоки. Так, я, естественно, с собой строительные блоки не взял. Так, я притащил строительные блоки. Можно, в принципе, начать расхерачивать. Со стороны вроде никто не бежит. Мост этот рухнуть не должен. Так, отлично, первую часть я вынес. Сейчас давайте сразу заменим их стандартными этими блоками. Так, получается 3, 4, 5. Да, все, блоков получается 5, так как у нас длинная нажимная плита, она в 5 единиц. Соответственно, мы их скрафтим, надо будет их поставить, обязательно скрафтить. Так, где мой молоток? Бетончик. Вторая часть. Вот так. Пихалычу, который здесь будет стоять, ему в принципе пофигу, с какого блока сталкивать. Он пихает их довольно сильно, что они улетают с любого блока. Поэтому я думаю, мы ничего не потеряем от того, что у нас теперь здесь вот так, а только приобретем. Потому как еще и зомби поболее какой-то, мне кажется, поболее какой-то правильной траектории, что ли, будут бежать, не знаю, посередине блока. Они же дебилы, обычно посередине блока бегают. Ну, насколько я помню. Вот, как-то так. Теперь нужно скрафтить будет эти плиты. И все. Так, пойдемте подключим доты. Я с собой взял стриппер. Какое дурацкое название, стриппер. Вообще ужас. Так, где этот маленький подлец? Вот так. Доты у нас потребляют довольно мало.
Хотя нет, стоп, зачем я их подключать сейчас собрался, если мне сначала нужна нажимная плита? Мы сначала должны соединить с нажимной плитой, а нажимную плиту только потом с ловушкой. Потому что иначе это не работает. Вот так вот, да. Да-да-да-да-да. Хм. Ну ладно, тогда я пошел крафтить. Как хорошо светят фары у джипа. Ладно, пошел я крафтить эти нажимные плиты. Вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте. И увидимся в следующих сериях прохождения. Пока-пока.